Ребята, всем привет! Сегодня будет супер краткий обзор и распаковочка оборудования для съемки, которое мы купили, чтобы можно было качественнее, быстрее и лучше снимать видео для вас. Итак, посмотрим, что у нас есть. Пройдемся по мелочи. У нас есть маленький кит, в котором идет крепление основное на штатив. Потом идет крепление для вспышки либо микрофона. И идет крепление для экшн-камеры. Вот, это фирма Joby. Вот такой небольшой наборчик. Потом у нас есть микрофон, чтобы мы могли хороший звук записывать в дальнейшем. Ну, посмотрим, как будет с ним. Так, у нас есть крепление для смартфона, которое устанавливается также на резьбу. На штатив, либо там куда-то еще, может быть на треногу, на селфи-палку и так далее. Он совместим полностью с этим набором, так что я думаю, что будем испытывать разные варианты. Далее у нас есть, соответственно, сам небольшой штатив фирмы Joby Gorilla Pod 3K. В принципе, его хвалят, но посмотрим, как он поведет себя в эксплуатации. Вот. И гвоздь программы у нас есть стабилизатор. Тоже фирмы Joby. Вот. Тоже будем пробовать, учиться. Надеюсь, вам понравится. Вот. Вот такой набор мы сегодня собрали для обзора. Ну, поехали посмотрим поподробнее. Я думаю, мы начнем со штатива. Он к нам приехал первый. Посмотрим, что он из себя представляет. По весу порядка 400 грамм, заявляет производитель. Давайте откроем, посмотрим. Коробочка с виду такая добротная. Внушает доверие. Немножко неаккуратно. Так, что мы видим? Инструкция. С картинками. Ну, и все, в принципе. Защитная крышка. И, соответственно, сам штатив. Коробки больше ничего нет. Что из себя представляет штатив? Штатив пластиковый, гнется с ценным усилием, но с виду довольно прочный. Подвижная голова. По ощущениям она алюминиевая. Что это? Я бы не сказал, что это пластик. Ход отличный, плавный. Есть уровень. Быстро съем башмака. Ну, соответственно, винтовое крепление для камеры, либо чего-то там. Быстросъем, да, это удобно. Соответственно, сама голова снимается. Думаю, ее можно куда-то переставлять. Вот здесь имеется переходничок. Сейчас мы попробуем снять. С 3/8 на 1/4. Удобно, что он идет в комплекте сразу. Вот. То есть как бы на штатив можно сразу напрямую что-то устанавливать, типа удлинителя, либо камера, либо башмак, ну, кому что нужно.
нас пока будет штатная голова Джоби. Ну, как-то так. То есть ножки у него на концах прорезиненные все. Три. Скользить он не будет. Соответственно, вот эти кольца, они тоже прорезиненные на каждом звене. Звенья все пластиковые. Ну, соответственно, гнется он кому как нравится, походу. И ставится тоже под любым углом и наклоном. Ну, посмотрим, как он покажет себя в работе. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующий на очереди у нас микрофон. Вот такой. Фирмы Saramonic. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там есть. Видимо, это наклеечки, гарантийный талон, какая-то бумажка и техническая документация. Это отложим. Дальше, что идет в комплекте? Так, идет переходник для изменения угла подключения Type-C. Дальше идет шлепка для крепления провода. И идет дальше чехольчик, в котором у нас сам микрофон. Чехольчик тканевый. Ткань такого среднего качества. Но ничего, пойдет. Ну, соответственно, сам микрофон Type-C. Защита от ветра, сама прищепка, ну и провод. Длина у него, по-моему, 2 метра. Если здесь посмотрим. Да, вот он. 2 метра. Ну, думаю, должно хватить для начала. Посмотрим, как он себя покажет. Вот. Итак, ребята, вот. Пришла очередь стабилизатора. Стабилизатор мы так был куплен фирмы Joby. Он телескопический. Это очень удобно, мне кажется. Ну, по Bluetooth соединяется. Вот так выглядит коробка. Ничего особенного. Самое интересное внутри. Сидит. Так, ну вот, он уже сразу идет в кейсе, довольно плотный, на молнии, с прорезиненной ручкой, что довольно удобно. Так, смотрим, что у нас внутри. Так, ну что мы видим? Это у нас экспресс-инструкция, как открыть и сразу начать пользоваться. Так, это у нас... Что это? О. Это маленькая тренога. Ну,
довольно жесткая. Что вполне неплохо. С прорезиненными лапками. Отличная вещь. Так, что у нас дальше? Так, это что такое? Это у нас страховочный шнурок. Вот он. Ну, ничего особенного, но приятно. Так, дальше. Что у нас тут в кармашке? Ну, как всегда. Макулатура. Так, это кабели для подключения питания, чтобы можно было во время съемки заряжать телефон от стабилизатора. Ну, тут разные варианты. USB, USB-C, iPhone. Короче, полный набор. Это кабель питания, чтобы заряжать сам стабилизатор. Он у нас от мини-USB. Так, ну и гость программы. Сам стабилизатор. Он из пластика. Имеется резьба для установки на штатив или установки треножки. Вот он. Так, он у нас заблокирован. Ага, вот одна ось блокируется и вторая. Есть предварительная регулировка для веса телефона, что ли. Видимо, ну это чтобы он меньше расходовал батарейки и предварительно мог сам стабилизироваться. Так, фиксатор у нас поворотный. Да, 360 градусов. Удобно. Раздвижные лапки в обе стороны. Ну и вон, соответственно, сам крепеж прорезиненный. Вот он имеет такие углубления для кнопок телефона. Вот, а третья ось у него не фиксируется. Ну ничего. И самая интересная фишка — селфи-палка. То есть вот он. Вот такой длинный становится. Соответственно, управление здесь. Джойстик, кнопка включения-выключения, функции, запись, приближение-отдаление, курок и зарядка. Здесь вот, вот еще один выход, это для зарядки телефона. Так, попробую накрутить треножку. Вот, отлично, все встает. Все держится довольно устойчиво. Ну что ж, я думаю, нам подойдет. Посмотрим, как будут видео сниматься на этот стабилизатор. Итак, ребята, на очереди у нас набор дополнительных установочных площадок для штатива GorillaPod 3K, в которую входит дополнительная основная площадка, площадка для установки микрофона либо вспышки и площадочка для установки экшн камеры. Итак, давайте откроем, посмотрим.
нам больше не нужно. Это тоже. Итак, что они из себя представляют? Ну, у каждой есть посадочная резьба. Здесь нету. Диаметр 1/4. Посмотрим, как они совместимы с самим штативом. Запомнили, это оригинал. А это тоже, по идее, оригинал. Ну, садится довольно плотно. Хорошо. Так, смотрим вот эти. Ну, отлично. Снимается. Одевается. Еще разок. Соответственно, они идут на быстрый съем, но также их можно сажать на резьбу. Вот это да. Все в порядке, все на месте. Ну, опять же, все это сажается на быстрый съем. Вернем оригинал. Посмотрим. Ну, вот такой небольшой наборчик. Думаю, он будет полезен в дальнейшем. Итак, у нас остался заключительный элемент для распаковки. Это держатель смартфона фирмы Arner Kog. Вот так он выглядит. Он полностью металлический должен быть. Сейчас мы посмотрим. У него. Так, ну запечатан он в обычный пакетик целлофановый. Ну, выглядит отлично. Так, что там в коробке еще? Это инструкция. На русском ничего нет. Не удивительно. Так, ладно. Это мы отложим. Посмотрим на сам держатель. Итак, держатель, да, действительно металлический. Имеет кучу посадочных резьб. А на опорной площадке еще и 2 диаметров. Вон. Так, это фиксатор вращения. Так, свободное вращение 360 градусов. Отлично. Есть посадочное место под вспышку, либо микрофон. Соответственно, о, есть еще одна резьба посадочная. То есть можно его как-то так ставить, видимо. Прорезиненные места крепления смартфона. Подпружиненный ход зажима. Так, это у нас блок. Это фиксатор зажима. То есть можно не только рассчитывать на пружинку, но еще и принудительно его фиксировать вручную. Это у нас фиксатор вращения. Так. Ну да. Ну вот размеры смартфона, которые на него подходят. Ну что, это заключительный элемент, который я хотел вам показать. Видео, к сожалению, на этом заканчивается. Ну ничего, увидимся в новых видео. Счастливо!